Добрый день, уважаемые участники Олимпиады «Я профессионал». Добрый день, студенты Института специального образования и комплексной реабилитации. Сегодня мы с вами здесь собрались, чтобы обсудить вопросы организации и проведения второго сезона Олимпиады «Я профессионал». Вопросы, связанные с подготовкой, вопросы, связанные с тем, что, собственно говоря, даст вам участие в Олимпиаде «Я профессионал». Сейчас мы с вами будем работать в таком режиме, что будем записывать видеоролик. Затем вы будете задавать вопросы, и на некоторые вопросы мы сможем ответить потом уже в непосредственном таком неформальном обсуждении. Хорошо? Спасибо большое. Я очень хочу, чтобы аудитория меня поддержала в этом смысле и, скажем так, была заинтересована в том, о чем мы будем с вами говорить. Добрый день, участники Олимпиады. Я профессионал. Все время тут. Добрый день, участники Олимпиады. Я профессионал. Третий сезон. Все дело в том, что для участников по направлению специальное дефектологическое образование это второй сезон. И мы проходим с вами этот путь второй раз, и я думаю, что он будет успешный. Я собрала вас здесь, в этом зале, для того, чтобы поговорить об возможности подготовки и основных вопросах, связанных с тем, зачем нам это нужно, что мы получим в результате, какой новый опыт приобретем. Начнем мы с вами говорить о том, Тюрина Надия Шамильевна, эксперт по направлению специальное дефектологическое образование, организатор и представитель организатора от Московского городского педагогического университета. Вы можете увидеть, какова география нашего направления. На слайде представлены те вузы, которые являются вузами-соорганизаторами. И, собственно говоря, исходя из этого, вы можете себе представить, какое будущее дефектологическое сообщество вы формируете. Это очень важное ощущение принадлежности к некой профессиональной аудитории. Посмотрите, пожалуйста, это и Дальний Восток, это и Махачкала, это и Сочи, и город Псков, и кроме этого, в нашей Олимпиаде, безусловно, принимают участие партнеры-работодатели. И на самом деле, когда мы прогнозировали, обсуждали, планировали вопросы, связанные с тем, кого же нам привлечь в качестве партнеров-работодателей, которые могут предоставить вам наиболее интересные, современные возможности для прохождения стажировки, возможности для ознакомления с новым дефектологическим опытом, мы выбрали самые такие инновационные, скажем так, образовательные организации, как школа-интернат «Абсолют», находящаяся в городе Серпухове, Центр лечебной педагогики «Особое детство», я думаю, что все знают об этой организации, и новое современное такое объединение, сообщество, фонд помощи слепоглухих соединений. Я уверена, что все, кто находится в этой аудитории, знают о том, какие эти организации мощные, интересные и какие возможности они предоставляют вам для дальнейшего профессионального роста. В Олимпиаде по направлению специальное дефектологическое образование могут принять студенты, которые обучаются также по направлению педагогическое образование, психология, клиническая психология. Почему? Потому что сегодня специальное дефектологическое образование – это то образование, которое уже вышло за рамки привычного нам с вами образа.
Мы знаем о том, что сегодня распространяются тенденции, направленные на включение лиц с инвалидностью в общее образовательное, социальное пространство. Поэтому, безусловно, люди с такими междисциплинарными областями знаний вполне могли бы принять участие в Олимпиаде по данному направлению и, соответственно, с одной стороны, узнать свой уровень готовности к работе в инклюзивном обществе образования или каких-то других сферах, да, с другой стороны, получить возможность изменить свою образовательную траекторию и в том числе профессиональную вертикаль. Зачем? Что же это дает нашим будущим участникам, будущим победителям, медалистам и призерам Олимпиады? Посмотрите, пожалуйста, вы можете увидеть, что на слайде приведена информация по итогам, по результатам предыдущего сезона. Мы видим, что медалистами становились участники, которые набирали от 100 до 85 баллов, и, соответственно, победителями и призерами от 84 до 60 баллов. Сразу говорю, что это результаты предыдущего сезона. Мы понимаем, что они могут измениться, и очень сильно надеемся, что они изменятся, да? Но в любом случае медалисты, победители и призеры получают сегодня уникальную возможность приобретать порядка 200 баллов для того, чтобы поступать в магистратуру. И, соответственно, все те, кто принимает участие в Олимпиаде, получают возможность получить дополнительные 50 баллов к поступлению в магистратуру. На сегодняшний день это, конечно, беспрецедентные возможности для изменения своей профессиональной и образовательной траектории. Для того, чтобы достичь этих высочайших результатов, да, получить эти возможности, мы с вами, наверное, должны хорошо подготовиться к этим испытаниям. Испытания многоэтапные, проходят они практически весь учебный год, заканчиваются они только в марте месяце, и, соответственно, в апреле мы будем подводить итоги. Как же нам нужно готовиться к этой Олимпиаде? Соответственно, я на слайде представила ту литературу, те источники и те значимые источники знания, которые, ну что называется, масти, которые обязательно нужно посмотреть, проработать и учесть этот опыт в подготовке. Безусловно, это не исчерпывающий перечень источников. Я считаю, что очень важным является, безусловно, базовое владение нашей литературой, связанной со специальной педагогикой, специальной психологией. Для того, чтобы выполнить наши олимпиадные задания, связанные с таким изучением вашей готовности, ваших способностей в плане отражения мировоззренческого отношения к проблеме к нетипичного развития, вашей культурологической, возможно, да, осведомленности. Очень хорошо, если вы будете смотреть тематические фильмы, читать тематические книги, посещать тематические спектакли, потому что одной из задач Олимпиады по нашему направлению является именно выявление вашей мировоззренческой позиции, вашего отношения к проблеме, но не на уровне декларации, безусловно, а на уровне осознания и аргументированного обсуждения вашей позиции. На следующем слайде вы можете увидеть те этапы, которые нам вместе с вами предстоит пройти. Сегодня у нас с вами еще длится этап регистрации. Соответственно, у всех тех, кто еще не зарегистрировался к участию в Олимпиаде, есть прекрасная возможность это сделать до 18 ноября. Пожалуйста, зарегистрируйтесь, пройдите демонстрационные испытания тестовые для того, чтобы понять, насколько вы готовы к участию в таком масштабном мероприятии. Следующий этап, который у нас стартует с 22 ноября, отборочный этап, и в определенные дни вы будете знать об этих днях, когда у нас будут проходить отборочные испытания в дистанционном режиме, на платформе вы будете выполнять тестовые задания. Более подробно о тестовых заданиях мы поговорим позднее. Соответственно, после того, как вы проходите отборочный этап, те, кто проходит отборочный этап, будут приглашены к участию уже в заключительном этапе в зимней школе. Все это будет в феврале 2020 года уже. И окончательные итоги Олимпиады будут подведены в марте-апреле 2020 года.
здесь форматы проведения Олимпиады. Как мы видим, два этапа – отборочный и заключительный. Значит, более конкретного содержания, то, что касается более конкретного содержания отборочного этапа. Отборочный этап выполняется в онлайн-формате. Соответственно, это содержит в себе тестовые задания по специальной педагогике и специальной психологии. Тест состоит из 4 блоков таких значимых вопросов и включает в себя 25 заданий. С более подробной спецификацией тестовых заданий вы можете познакомиться на портале Олимпиады «Я профессионал». Соответственно, задания, которые разделены по этим блокам, позволяют нам выделить базовый, повышенный и высокий уровень готовности наших участников Олимпиады. Максимальное количество баллов за этот этап – 100 баллов. Ну, очень кратко я вам представлю, что, собственно говоря, мы ожидаем, знания в каких областях мы ожидаем от вас увидеть на отборочном этапе. Это основные понятия специальной педагогики и психологии, научное основание специальной педагогики, специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями и педагогические системы специального образования. На самом деле, конечно, для вас как бы это совершенно знакомые должны быть области, поскольку мы все с вами готовимся по направлению специальное дефектологическое образование, и, как правило, студенты 3-4 курса уже этими знаниями владеют. Ну вот вы можете посмотреть, какие здесь приблизительные задания могут быть выложены. Посмотрите, пожалуйста, выберите все верные варианты ответов. К предметным областям специальной педагогики не относятся тифлопедагогика, сурдопедагогика, отоларингология, логопедия, олигофренопедагогика, этнопедагогика. Подумали? Отлично, давайте посмотрим правильный ответ. Все правильно ответили, я надеюсь. Прекрасно. Еще один из вариантов вопросов, которые будут представлены на заочном этапе. Утверждение о том, что необучаемых детей нет, соответствует принципам педагогического оптимизма, принципу дифференцированного подхода, принципу ранней помощи и принципу индивидуального подхода. Правильный ответ – педагогического оптимизма. Я надеюсь, что этот ответ для всех был правильным. Выберите все верные варианты ответа. Основными задачами психолого-медико-педагогической комиссии являются комплексное обследование детей с ОВЗ-инвалидностью, обучение и лечение детей с ОВЗ-инвалидностью, комплексная реабилитационная помощь детям с ОВЗ-инвалидностью и рекомендации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью. Подумали? Проверяем. Я думаю, что все правильно ответили и двигаемся дальше. Дальше мы говорим про то, что все правильно ответили на 25 вопросов отборочного этапа и имеют возможность принять участие в заключительном этапе. В этом году в заключительный этап внесены некоторые изменения. В связи с этим заключительный этап мы будем проводить в двух, скажем так, поэтапно также, да? Это будет региональный тур и финальный тур. Региональный тур проводится на площадке вуза-соорганизатора. И, соответственно, в Московском городском педагогическом университете мы будем представлять свою площадку, а также на площадках других вузов-соорганизаторов в Сочи, Владивостоке и так далее, везде будут свои организованные площадки для прохождения регионального этапа. Затем, после того, как вы выполняете задание на региональной площадке, будет выбираться один лучший, успешный участник, лучший, да, который будет уже выходить на следующий уровень испытаний, а именно финальный тур, который будет проходить в Москве на площадке вуза-организатора, то есть в Московском городском педагогическом университете. Как же это все организовано? Региональный этап. В 9 часов мы организуем регистрацию, вы пришли, зарегистрировались. Дальше, безусловно, поскольку масштаб мероприятия достаточно высокий, безусловно, будет организовано приветствие участников и напутствие на удачу всем участникам. В 9 часов представитель вуза будет получать по электронной почте олимпиадные задания, соответственно,
проводится инструктаж на площадке, вы, как участники, заполняете конкурсную документацию, в это же время вы сдаете свое портфолио, поскольку портфолио является одним из таких основных, скажем так, значимых, оцениваемых компонентов этой Олимпиады. Далее, в условное время в 10-10-15, мы проводим, предъявляем первое задание. Первым заданием в заключительном этапе будет являться анализ педагогической ситуации. Вам будет предъявлена педагогическая ситуация. Мы тоже ее будем смотреть более подробно, чтобы вы понимали, что это такое. Вы выполняете задание, соответственно, передаете его для оценки жюри и оценивается портфолио. Вот, собственно, из чего складывается региональный тур – портфолио и выполнение педагогической ситуации. Портфолио. Максимальная оценка за портфолио – 20 баллов. Максимальная оценка за выполнение педагогической ситуации – 30 баллов. Что же такое портфолио? Это очень важный документ, на который вы должны были работать в течение всего периода обучения в университете, в институте. Ну и я думаю, что еще не поздно, надо начать работать в этом направлении. Что представляет себя портфолио? Фактически в портфолио вы аккумулируете все те достижения, которые вы смогли наработать в период обучения. Да? Это академическая успеваемость, вы можете предоставить свою справку об академической успеваемости. Это ваше участие в научно-исследовательских работах. Очень важно принимать участие в конференциях, причем чем выше уровень конференции, тем больше баллов вы за это получаете. То есть мы говорим о том, что если вы выходите на региональную конференцию, международную конференцию, то вы получаете большее количество баллов. При этом важно учесть, что мы говорим не про участие, и вы приносите сертификат, а мы говорим про участие с докладом, с каким-то выступлением, сообщением и так далее, или с публикацией статьи, это будет далее. Дальше, публикация результатов научно-исследовательской работы. Мы видим также, что оценка имеется градация оценки, то есть чем уровень того издания, где вы публикуете свои исследования, выше, соответственно, тем будет больше баллов вам засчитано. Кроме этого, безусловно, вы все живете активной социальной жизнью, и предыдущий опыт предыдущего года нам показал, что да, активность очень высока ваша студенческая, но очень часто она носит такой волонтерский характер, да? То есть это не всегда напрямую связано с участием в становлении вас как будущего дефектолога, то есть это не всегда напрямую связано с будущей педагогической профессиональной деятельностью, поэтому вы, пожалуйста, обратите внимание, что когда вы выбираете те мероприятия, где вы будете принимать участие, чтобы они все-таки были напрямую связаны с нашей с вами специальностью, дефектологией, с помощью детям с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью. И таких мероприятий тоже сегодня много. Соответственно, нужно тоже вот как-то избирательно подходить к приложению своей студенческой и гражданской активности. Второй компонент финального регионального тура – это педагогическая ситуация, как я вам уже сказала. На ее выполнение предоставляется 45 минут и 15 минут на защиту вашего решения. Что представляет из себя педагогическая ситуация? На слайде кратко представлено, какие компоненты будет включать в себя педагогическая ситуация, описание. Фактически это некий кейс, консультативный кейс, когда на консультацию к специалисту обращаются родители с определенным запросом, все это описывается в этом кейсе, и, соответственно, перед участником Олимпиады сформулированы задания, которые он должен решить. В первую очередь надо определить основное нарушение, которое вы увидели в этом кейсе, описанное, да? Второе, нужно определить, какие виды помощи необходимо предоставить родителю и ребенку, какие вопросы, может быть, уточняющего характера можно было бы задать родителю для того, чтобы как-то картину нарушения прояснить. И самое главное, что вам нужно спрогнозировать, какие же современные подходы, традиционные современные подходы мы могли бы рекомендовать этой семье, которая обратилась за консультацией.
ситуацией. Вот, собственно говоря, что представляет из себя педагогическая ситуация. Какие критерии оценки этой педагогической ситуации мы выставляем, рассматриваем? Конечно, нам важно, чтобы вы поняли суть этой педагогической ситуации, чтобы вы смогли понять, с каким нарушением пришел к нам ребенок на консультацию, и, соответственно, описать это доказательно. Да? Вы говорите, что да, вот такое нарушение, исходя из того, что в описании нарушений здоровья, в социальном развитии, в моторном развитии, вы приводите аргументы, почему вы считаете, что это то нарушение. Да? Дальше. Соответственно, оценивается, насколько вы полно увидели все те аргументы, всю ту симптоматику, которая каким-то образом нам сигнализирует о том, что, какое возможное нарушение здесь может иметь место быть. Дальше очень важно показать вашу педагогическую эрудицию. Тут уже вы должны актуализировать весь свой предыдущий багаж из прочитанных книг, из прочитанных учебников, литературных источников, ваше наблюдение за педагогической практике, наблюдение за реальной педагогической действительностью. То есть максимально отразить все то, что вы знаете по заявленной проблеме. Дальше нам очень важно говорить про то, что мы, вернее, будем при устной защите оценивать, безусловно, культуру презентации. То, как вы защищаете то, что вы увидели, то, что вы могли бы рекомендовать родителям, и как вы отвечаете на вопросы, уточняющие со стороны членов жюри, это тоже очень важно и, безусловно, оценивается по отдельному критерию. Соответственно, финальный тур проводится, как я уже сказала, на площадке вуза-организатора, то есть в Московском городском педагогическом университете. И здесь мы говорим про то, что мы предъявляем два также типа заданий. Это самопрезентация участника и довольно интересное, сложное новое задание, которое в прошлом году получило очень хорошую оценку как со стороны участников, так и со стороны сообщества профессионального. Это просмотр медиакейса и, соответственно, заполнение некой ПОПС-формулы. Фактически это аналог эссе, которое вы тоже многие сегодня пишете в своих образовательных организациях. Самопрезентация участника предполагает, что на площадку, на финальный тур вы приедете с каким-то проектом ли, своим портфолио ли, да, тут тоже будет все зависеть, собственно говоря, от возможностей ваших творческих возможностей, от возможностей вашей самопрезентации. Нам очень важно через самопрезентацию участника оценить сформированность так много сегодня упоминаемых мягких навыков, soft skills, компетенций, которые говорят о том, насколько вы креативны, насколько вы способны работать в команде, насколько вы способны систематизировать информацию, насколько вы способны оперативно реагировать на какие-то неопределенности, неопределенные вызовы, изменения ситуации и так далее. То есть вот самопрезентация – это тоже очень важный такой аспект, о котором нужно думать уже сегодня начинать. Да? С чем вы пойдете на финальный этап. Следующее задание, которое будет предложено вам на финальном этапе, это просмотр медиакейса и заполнение бланка ПОПС-формулы. Медиакейс будет в предыдущем сезоне представлял собой просмотр фрагмента из конкретного фильма, представленного на слайде, и, соответственно, написание эссе. Вот нам здесь очень-очень важно, чтобы вы здесь показали свою способность к такому многостороннему анализу того, с чем мы с вами сталкиваемся в профессиональной деятельности, анализу нетипичных жизненных ситуаций, связанных с теми или иными ограничениями. Это достаточно новая форма для вас, может быть, не очень, скажем так, апробированная еще, но это очень важно, поскольку, опять-таки, мы говорим про значимость soft skills компетенции, где и креативность, и критическое мышление является значимым показателем готовности выпускника. Поэтому, поскольку все-таки олимпиадные испытания, это предполагается какое-то включение творческого компонента, мы пошли по пути нетрадиционному и стали использовать медиакейс.
В связи как раз с этим, собственно, я говорила о том, что очень важно читать тематические книги, смотреть тематические фильмы, вот эту базу для себя фактологическую набирать, нарабатывать и критически ее оценивать. Вы можете даже читать, допустим, по отношению к подготовки в контексте медиакейса, вы можете читать соответствующую кинокритику, даже на том же Кинопоиске, просмотрев фильм тематический, вы можете почитать соответствующую критику, и вы будете понимать, какие аспекты, возможно, вы не увидели в этом фильме, но увидели другие. Таким образом, вы будете аккумулировать опыт, будете учиться аргументировать свои позиции и при этом повышать свою культурную осведомленность, что тоже для нас является очень важным, потому что мы ожидаем, что в вот этой ПОПС-формуле вы сможете отразить проблемно-ситуационный анализ, то есть, увидев фрагмент, вы можете конкретизировать проблему, которая там поставлена, да, аргументировать, почему именно эту проблему вы увидите, аргументировать, насколько разрешима эта проблема, порассуждать, насколько разрешима проблема, заявленная в видеофрагменте. Опять-таки, обязательно аргументируя это. Очень важно, и мы очень ждем, и предыдущий этап нам показал, что, наверное, мало в системе дефектологического образования, мы этому уделяем внимание, мало мы говорим про этические категории, значимые для нас. А как учитель-дефектолог или педагог инклюзивного образования может говорить про, скажем так, эффективность своей работы, если он видит во взаимодействии с таким обучающимся или его родителем исключительно свои функциональные обязанности без личного вовлечения эмоциональной оценки этой ситуации. Нам кажется, это очень важно, потому что если у вас сформирована соответствующая принимающая позиция, если вы владеете возможностями такого категориального анализа, вы знаете и можете оценить с точки зрения добра, зла, там, какой-то помощи, взаимопомощи, развития, саморазвития. Важны такие понятия вносить в вашу ПОПС-формулу для того, чтобы мы увидели, что вы аргументируете не только с точки зрения специальной педагогики или специальной психологии, то, чему вас научили. Важно вовлекать в аргументацию знания и из философии, и из социологии, и из психологии, да, общей психологии. То есть нужно смотреть на проблему немного шире, нежели чем с точки зрения постановки диагноза, чем мы часто очень страдаем. Да. Очень важно вот эту свою мировоззренческую позицию отразить. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы вы в своих ПОПС-формулах отражали и ваши эстетические ощущения от просмотренного, и вашу способность прочитать сообщение режиссера, актера, который принимает в этом участие, с точки зрения его эстетических посылов. Да? Почему такая музыка? Какой посыл хотел нам передать режиссер? Почему картинка была построена таким образом, кадр? Что хотел передать нам режиссер вот такой постановкой кадра? Это мы тоже ожидаем от вас, что вы сможете читать другие смыслы, не только прямую картинку, да? А все-таки видеть еще и какие-то метафоры, которые, возможно, нам посылают авторы. Очень часто наши фильмы, наши тематики, они как раз содержат в себе эти метафоры. Максимальное количество баллов за решение медиакейса – 30 баллов. Критериальная оценка по медиакейсу мы можем с вами посмотреть – это выражение собственной позиции, что нам очень важно, чтобы вы все-таки не были говорящей головой, да, и транслировали учебник по специальной педагогике, а вы уже вышли за эти рамки, и вы можете, привлекая знания из других областей, аргументировать свою позицию. Соответственно, позиция должна быть теоретически обоснована, потому что на предыдущем этапе, вот в предыдущем сезоне, в эссе, которое мы анализировали, было, к сожалению, очень много таких деклараций, да, то есть декларации о том, что надо стремиться к развитию, да, но они не были ничем подтверждены, а важно, чтобы ваша позиция была подтверждена теоретическим знанием. Как я вам уже сказала, хорошо, если это теоретическое знание междисциплинарно. Дальше, примеры.
очень важно привести примеры, и с этой точки зрения как раз вы можете опираться на свою культурологическую осведомленность. Что вы прочитали, что вы знали, что посмотрели, что вы увидели и так далее. Чтобы вот эти вот практические примеры тоже были. Они тоже являются значимым аспектом аргументации вашей позиции. Ну, безусловно, любое эссе, любое исследование предполагает наличие выводов и суждений, оно тоже оценивается по отдельной критериальной базе. И важно, безусловно, оформление работы. Более подробно с критериями оценки ПОПС-формулы и вы можете ознакомиться также в спецификации, где будет прописано все очень и очень подробно. Далее мы можем с вами посмотреть о том, какие могут возникнуть, какие возникают трудности, в соответствии с какими может возникнуть потребность подать на апелляцию. Да? На самом деле на предыдущем сезоне апелляций было немного, то есть было порядка 5 обращений. Апелляции подаются только на заключительном этапе, это тоже нужно учесть. Да? Апелляции подаются через личный кабинет на платформе Яндекс.Профессионал. И, соответственно, когда вы подаете эту апелляцию, заполняя определенную Google форму, вы должны четко указать, на какое задание и по какому критерию вы не согласны с выставленными баллами. Да? И нужно аргументировать. Не просто я не согласен с оценкой выставленной, аргументировать. Почему? Вы говорите, что у меня было аргументировано так-то, 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 а вот эксперты этого не увидели, например. Соответственно, обязательно ваша апелляция должна быть вашим суждением об оценке подкреплена. В прошлом году из 5 апелляций 2 были поддержаны, баллы были пересмотрены, а 3 апелляции были отклонены. Так что апелляции писать надо, вот, но взвешивайте свои реальные возможности. Еще один вопрос, который, может быть, скажем так, является заключением вот всего этого периода сложного, напряженного подготовки, участия, волнительного периода в Олимпиаде «Я профессионал» сезона 2019-20. Зачем же еще? Да? Вот мы уже проговорили, что это дает возможность поступления в магистратуру на более льготных основаниях. Да? Соответственно, кроме этого, очень важным аспектом является то, что и победители, и призеры, и медалисты Олимпиады заносятся в такую значимую базу, национальную базу «Я профессионал». К этой базе имеют доступ ведущие работодатели и HR, которые занимаются подбором персонала в той или иной области. Мы понимаем, что Олимпиада проводится по разным направлениям, но, соответственно, в связи с тем, что и сегодня и педагогическое образование, и инклюзивное образование набирает обороты, и иногда выходит за привычные нам рамки школы, да, и мы с вами, как специалисты, становимся востребованы еще и в более широком социальном пространстве, и в здравоохранении, в социальной защите, и в органах культуры мы тоже можем быть интересны и полезны. Соответственно, вот доступ к этой базе специалистов по персоналу, по подбору персонала, это, конечно, очень такой значимый, на мой взгляд, стимул для того, чтобы участвовать в Олимпиаде. Ну, кроме этого, медалисты получают денежные призы, безусловно. Предоставляется возможность к стажировке в тех компаниях, которые являются как партнерами-работодателями по направлению, но так и в более широком пространстве. Допустим, в этом году участники по направлению специальное дефектологическое образование проходили стажировку в детском центре «Сириус». Вы все об этом знаете. Знаете об этом центре и понимаете, как интересно и здорово было получить этот новый опыт. Также предлагались стажировки во Владивостоке, в таком же центре «Океан», предлагались стажировки на Сенеже в летнем лагере. То есть вариантов много, стажировки поступают и различного рода интересные предложения по развитию профессиональной траектории поступают даже участникам, которые фактически поступили уже в магистратуру благодаря участию в Олимпиаде. На самом деле, по итогам предыдущего сезона, по итогам анализа рефлексивных анкет, которые заполняли участники первого сезона по направлению специальное дефектологическое образование, нужно сказать, что, конечно, это шаг. К
первую очередь, это шаг в вашем профессиональном и личностном развитии. Это очень важно для себя признать, что вот работая весь год в этом направлении, вы вдруг поймете, что вы выросли профессионально, вы выросли личностно, вы приобрели совершенно новый опыт участия в новых масштабных мероприятиях. И, скажем так, очень важна вот эта вот принадлежность к такому событию и к такому сообществу участников Олимпиады «Я профессионал». Поверьте, это дорогого стоит. Поэтому я всем желаю принять участие в Олимпиаде «Я профессионал» по направлению специальное дефектологическое образование. Кроме этого, я, конечно же, желаю вам победы. Но еще я вам желаю получить удовольствие от этого процесса, а это действительно возможно. Спасибо большое за ваше внимание. Если есть вопросы, то я готова их выслушать. Все, дорогие мои, я вам всем желаю удачи и радости в этом пути. Вначале там я что-то совсем. Так, ну что, дорогие участники, можно нам с вами теперь выслушать ваши вопросы? У вас они возникли, я надеюсь? Ну что? Ну, есть вопросы какие-то? Нет. Нет вопросов? Вам все было? Вам было все понятно? Вам было интересно? Вас это смотивировало? Да? Ну что ж, мы...